Дворец культуры имени Чапаева. Все главные события города Чапаевск проходят именно здесь. На один день Центр культурной жизни горожан стал пунктом иммунизации. Здесь проходит прививочная кампания от COVID-19. Принимают 6 медицинских бригад. Здесь представлены и поликлиника, и межмуниципальный перинатальный центр, и сотрудники стационара. То есть все откликнулись на вот наш призыв по увеличению охвата вакцинации. И мы планируем привить порядка 500 человек. Именно столько комплектов вакцины мы привезли сюда. В случае, если будет необходимость, мы сможем ее достаточно быстро доставить, ну, там, в течение буквально 15-20 минут. Потоки разведены. Из представленных вакцин все виды препаратов, запатентованных в стране. Можно было привиться и от гриппа. Согласно последним методическим рекомендациям, вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно одномоментно. Это очень удобно. Без очереди всего. Все здесь и давление померили, и сатурацию. Ну, во-первых, защита от заболевания. Самое главное. Наша жизнь – это здоровье. На сегодняшний день в Чапаевске привились более 70% от числа подлежащих к вакцинации. В городе есть и один круглосуточный кабинет, развернутый на базе приемного покоя Центральной городской больницы. В планах открытие еще одного постоянного пункта вакцинации – Пощерса-29. В Самаре до 29 декабря также продолжают работу пункты массовой вакцинации при колледже имени Нины Ляпиной и областной библиотеке. Гульфия Сафина. События.